Доброе время суток, товарищи! Сегодня вы научитесь добавлять на ваши карты аудиокомментарии разработчика. Поехали! Итак, для того, чтобы начать размещение волшебных кнопок, запустите игру со следующими параметрами, после чего создайте новый проект, выбрав BSP. Отлично! Теперь нажмите клавиши F10 и F11, чтобы перейти в режим игры и развернуть изображение. Встаньте в месте, где хотите разместить кнопку. Снова нажмите F10, чтобы вернуться назад. После чего в левой части экрана можно добавлять новые entity, таковых два типа. Сама кнопка Point Commentary Node и Info Target, который может играть роль камеры или цели, на которую она будет направлена. Разместив нужные объекты, нажмите клавишу Escape, чтобы выйти из режима игры и отредактировать содержимое новых entity. Сначала кнопки. Ей вы можете дать имя, закрепить за ней ваш аудиофайл подходящего формата, указать имя комментатора, это обязательный, важный пункт. И если хотите, можно оставить себе напоминалку, о чем данная кнопка. Ниже, как нетрудно догадаться, указаны координаты и ориентация кнопки относительно игрового мира. А вот еще ниже начинается интересное. Вы можете указать имя камеры и объект, на который она будет смотреть при воспроизведении аудиофайла. Разумеется, для этого потребуется обозначить именами ранее созданные нами инфотаргеты. Две самые нижние строки позволяют использовать консольные команды. Один сценарий при воспроизведении кнопки, а другой после этого. Рекомендую ознакомиться с нашим видеороликом на тему команды End Fire, дабы лучше понимать, как работать со сценариями. Сегодня это просто включение и выключение искр над 3D-моделью. На этом можно было бы закончить наш гайд, но нет. Аудиокомментарий — это хорошо, но как же можно не упомянуть субтитры к ним? Да, на нашем канале уже было видео на тему создания субтитров, но повторение — мать учения. Итак, главное — это знать имя говорящего, указанное ранее, после чего откроем файл субтитров игры для вашего языка, если это не английский. Спускаемся вниз и сначала вписываем имя аудиофайла. А взять его можно из текстового файла, который уже создан в папке с вашей BSP. Открываем кавычки, внутри которых можно добавить указание на цвет имени комментатора. Оно же должно быть в квадратных скобках. После них также можно выбрать цвет и дописать нужный текст для монолога из аудио. Закрываем кавычки и сохраняем файл. Теперь субтитры нужно сбилдить. Создайте батник со следующим содержанием в папке Half-Life 2 и запустите его. Если все прошло удачно, файл формата TAT будет обновлен. Запустим игру и оценим результат. Ну вот и все, товарищи. Ах да, в Гаррис моде все это дело было вырезано. Удачи, тамадачи.